Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас! И сегодня у нас мы побываем в гостях у тех людей, которые очень любят садоводство, у которых прекрасный сад. Это Татьяна и Александр. Ну, они, их сад расположен у нас тоже также в товариществе, поэтому у них тоже 4 сотки. И вы посмотрите, как интересно обыгран их сад. Небольшие сады, я вам уже рассказывала, открываются взгляду сразу. Перед домом обязательно полянка, и вокруг нее располагаются растения. И дом вписан, в принципе, вот в эту же картину. Органично входит. Но с какой точки бы мы ни встали, мы все время будем видеть полянку и окружающие растения. Лужайка посреди. И посадками она закрыта. И вот дом. Ну, вот это вот для маленького участка 4 сотки, это вот, как правило, идеальное такое решение. Вот зона отделена. Это у них идет парник. Сад, огород и хоззона. Вот. Значит, у них очень много мест отдыха. У них такие изумительные скамьи сделаны, прекрасные. Сад уже осенний, поэтому летом здесь еще интереснее. Но я хочу показать сад, который прекрасно смотрится даже осенью. Оба они трудятся, очень много трудятся. И они мне пожаловались, что время для отдыха у них совсем почти не бывает. Зато у них прекрасные выхоленные растения. Вкладывают 2 человека, мужчина и женщина. Естественно, больше сил, больше возможностей. Если мой сад, он создан не только для лентяя, но, как я и говорила, для экономного такого, чтобы не вкладывать много денег, чтобы что-то можно было сделать самим. Вот, очень интересный сад. Даже осенью он очень чудесен. Итак, давайте отправимся. Итак, мы находимся на участке у Татьяны Владимировны. Мы пришли к ней осенью, летом, но вы посмотрите, даже осенью, как здесь красиво. Ну, это вход, как я говорила, это карточка, визитная карточка владельцев участка. Посмотрите, какая здесь великолепная гортензия. Флоксы очень красивые, синие. Ну, здесь, я так поняла, огородик, он уже частично освобожден. Вот какой клематис еще цветет, сказочный. Просто... Это при доме, вот. Все в одной зоне. То есть на первом плане, конечно, здесь лужайка. А здесь вот кусочек для флоксов. Шикарные пионы стоят, кусочек для флоксов. Замечательная спирея японская. Посмотрите, как она сказочная. Но вот это хоста разных сортов. Они уже с мужем делят растения, пересаживают, готовятся к следующему сезону. И посмотрите, как интересно за кабачки расположились вот там в уголке. Ну вот опять лилейник с хостой. Здесь вот место освобождено, не знаю, что-то будут сажать. Уголок, который вообще потрясающий. Здесь лилейник, флоксы, мостик у речки. Вот здесь ручей.
традисканция, которая вот здесь, она цветет у них и белым, и фиолетовым, и розовым. Вот ручей, через ручей мостик, и на мостике, вы видите, нас встречает гномик. Очень красивый можжевельник, просто потрясающий. Лилейник, хосты, ландыши, астильба, пионы великолепные. И посмотрите, как интересно, вот зона отдыха, а сзади вот таких шикарных скамеек деревянных, вот находится смородина, листы смородины, крыжовника. Очень здорово все решено и продумано, просто отлично. Вот это просто пример, как можно все хорошо посадить, как кустарники играют вообще свою роль. Но в этот период учиться надо, чтобы в солидном возрасте.